росписи мы используем пастель. Это пастель сухая. Ни в коем случае не масляная. Цвета бежевые, цвета телесные, цвета терракотовые, синий и фиолетовый. Спонж, косметический спонж называется в магазинах. Косметики для нанесения тонального крема и спонж для теней. Пастель натирается в пудру наждаком либо канцелярским ножиком. Руки. Первое нанесение пастели происходит большим косметическим спонжем. На ладошке. На пальчики. Теперь нам нужен еще терракотовый цвет и более темный пастельный цвет. Мы сейчас будем обрабатывать пальчики. На пальчики наносим более темный цвет, более яркий, чтобы они у нас были такие живые, как немножко замерзшие, что ли, более трогательные. На ладошку также наносим яркий цвет и на обнаруженную поверхность ладони, на косточку. И верхнюю часть мы тоже подчеркиваем более темным цветом. То же самое делаем со второй рукой. Сначала накладываем основной тон кожи. И обрабатываем пальчики более темным цветом. Косточки, верхнюю часть и ладошку. Далее мы берем спонж. И спонжем тоже более темным цветом еще раз тщательно прорабатываем все складочки, все впадинки, выемки, пальчики, ладошки. После этого мы возвращаем акварель, возвращаем нашу палитру, с которой мы работали с лицом. И смешивая краски, которые подходят вам для нанесения цвета кожи, кисточку берем нулевку. Аккуратно между пальчиками проходимся для того, чтобы нанести тени. Не бойтесь лить в акварель воды. В акварель воды меньше, но тоже нужно. В акварель воды прямо много, чтобы она хорошо растекалась, сложилась такими слоями очень ровными, воздушными, не резкими. Подчеркиваем под ладошкой, проходим по сухожилию. Разделяем все пальчики. С наружной стороны ладони тоже выделяем пальчики краской акварельной. Вы видите, что я беру самые-самые
водянистые цвета. То есть я никогда не беру кисточкой цвет из самой гущи, потому что для кожи это совершенно не нужно. И точно так же на второй руке мы подчеркиваем все линии сгиба, все впадинки проходим. И еще раз проходим по ногтевому ложу, подчеркиваем его, затемняем его еще разочек. И белым цветом, кисточкой 2.0, мы рисуем отросшую часть ноготка. Очень тоненькой линией, очень легко по верхней части ногтя. Можно сделать это несколько раз, для того, чтобы было более четко. Если вы сделаете это один раз, то у вас будет просто немножко как отцвет. Акварель не ляжет очень ярко сразу. Нанесите 2-3 слоя. Все, наши детали все теперь отправляются под второй слой лака. Надеваем перчатки, защищаем нос респиратором и вторым слоем лака покрываем все то, что мы нарисовали. Лак матовый, с расстояния 15-20 сантиметров, предварительно встряхнув баллончик в течение 2-3 минут, чтобы лак хорошо разболтался, потому что иначе он будет липнуть в готовом изделии. Поэтому лак должен быть очень хорошо взболтан. Ждем, пока все это высохнет в течение 3-4 часов.